Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это The Tubes. The Last Mistake переводится как... Мертвые пузики, последняя ошибка, в общем, как-то так. Так, но прежде чем мы приступим, давайте-ка мы сначала глянем управление. Что у нас по управлению? Ну, по управлению у нас, в принципе, все стандартно. WASD, левый shift — это ускорение, пробел — прыжок, escape — пауза. Правая кнопка мыши — включить или выключить устройство ночного видения. Прибор E — включить или выключить какую-то подсветку для ночного видения, видимо, да? V — зум. R — это сменить батарейку. Левая кнопка мыши — использовать. Мышка — собственно, обзор. F — сказать партнеру следовать за вами. G — сказать вашему партнеру остановиться. И Q — включить или выключить фонарик. Ну, замечательно. Версия 1.2. Есть, конечно, версия 1.0, но там у нас все заблюрено и не видно ни хрена. Хотя она на русском, но тут у нас вот как бы 1.2 в какой-то веке видно. Хотя шрифты, конечно, как-то, знаете ли, хрена с два прочитаешь, но в принципе можно. Вот, но на английском, поэтому вот как-то вот так вот. Кстати, смотрите, да, вот в правом верхнем углу, ну, понятно, слева там рожа мигает, а вот справа это, какие-то глаза на нас уставились, да, прямо, ух, смотрит уже. Ладно, давайте приступим. The Tubes. Мертвые пузики. Господи, мне почему-то лезет в голову перевод «да хлопузики». Так, ладно. Погнали. The Tubes. Последняя ошибка. Эта игра пародирует популярную детскую передачу «Телепузики». Игра расскажет вам об альтернативной ужасной истории телепузика Фила, который работал в специальном агентстве телепузиков. Вас отсылает в долину телепузиков узнать, что случилось там и почему комплекс как бы не идет на связь с протагонистом специального агентства. Более месяца не идет на связь. На протяжении игры игрок будет испытывать чувство беспокойства в связи с экстраординарностью протагониста, а DLC позволит игрокам продолжить историю за других персонажей. Интересно. Ну, давайте продолжим. Ага, choose your destiny, да? Так, нет. Пожалуйста, выберите главу. Соответственно, оригинальная и DLC. Глава первая — не тот путь. Либо путь в никуда. А, смотрите, тут есть картинки, просто они такие темные. Я сначала подумал, что только слева доступно все. Как бы, а тут, видите, оказывается, раз, так, глава 2, глава... Ну, понятно, да. Давайте-ка выберем главу первую, оригинальную, естественно, сюжетную линию, а потом уже, если как дойдет дело, примемся за DLC. Погнали. Исследуйте локации. Собирайте как можно больше пасхальных яиц. Опять эта музыка! Да, дохлопузик, дохлопузик. Кошмар, а? Ё-моё, она тогда-то доставляла, и теперь... задание. Найти Лалу, найти По, найти Дипси, найти Тинки-Винки. Вы, то есть как бы наш главный герой. Хорошо, я наконец-то прибыл в долину. Сперва мне нужно найти всех телепузика, проверить их, так сказать, для большей убедительности. Они обычно гуляют снаружи где-то все это время. В это время. Я думаю, лучше всего будет проверить озеро сперва. Ну, согласно моим данным.
Ну, погнали. Проверим озеро. Блин, бежишь так и сразу прям аж в глазах мутнеет. А где у нас озеро-то находится? Озеро где-то тут. Обалдеть, нажимаешь shift прям как ты это. Режим Усейн Болта. Максимум спид. Так. Максимум скорости. Че это такое? Кто мог уничтожить этот говоритель? Блин, музыка заново играет, да вы гоните. Она нас, походу, доконает раньше всех. Где-то тут же озеро, по-моему, да? Я вот хоть так, нет, вот. Блин, так это не озеро нахрен, это... О, там уже кто-то валяется, походу мы просрали момент, как говорится. Картина Репина, приехали. Прям все такие перепуганные. Так, заставочки. Черт, она мертва. Убита, возможно. Кто и зачем сделал это? Мне нужно найти остальных телепузиков. Я надеюсь, что они еще живы. По обычно... Че обычно? По обычно, да? Так, ладно. Что-то какая-то у него поза забавная. Схватился за живот. Правая рука вверх. А вы Тинки, да? А во мне. Так, ладно, давайте будем двигаться. О! Что-то как-то и птица летает. Мне показалось, она как-то... Она жопой вперед летает. Вы гляньте, это... Блин! А что с птицами? Смотрите, они как-то летят и тормозят. Летят и тормозят. Смотрите, да, они прям так полетели и зависли. Ну как ж так, а? Уже воняет. Так, ладно, погнали. Делать тут больше нечего. Слушайте, он так дышит? Ну-ка. Я чувствую, мы так ночью будем бегать. Когда наступит покров темноты, и мы останемся одни на одни. С каким-нибудь мутантом. Как всегда. Ну, надеюсь, нам дадут оружие, как в этих слонетюбиках. Очень бы хотелось, но знаете ли... Прям как это... А, стойте! Что-то я прямо топаю и не знаю, прям... Самого себя бы не испугаться. Надо найти еще... Во, мельница. Слушайте, а это хреново, что темнеет, я вам скажу. О, так это их хата. Это их хата, черт, темнеет. Только не говорите мне, что мне в потемках предстоит всех искать. Дамы и господа, вам не кажется ли, что стемнело очень быстро? Так быстро, что просто пипец. Кстати, я-то тело свое вижу, нифига себе, я только сейчас заметил. Правда, когда я бегу, я морду вперед вытягиваю и как бы тем самым не могу никак головой толком шевелить. То есть это как-то забавно даже. У него, видимо, от страха мышцы парализуются, группируются таким образом, что у него морда как у осла вытягивается. И мы бежим навстречу, надеюсь, спасению. Ну чё, где остальных-то искать, а? Так, там громкоговоритель накрылся. Это что такое? Кстати, музыка перестала играть в кои-то веки. А так я отсюда начал. Иди, твою медь. Я ж отсюда начал. Welcome to Teletubby Land. Ладно. Вот, кстати, если быстро shift нажимаешь, прям, знаете ли, как будто немного колдобит главного героя. Не знаю, как у черепахи голова втягивается. Я понимаю, если он, когда долго бежит, начинает дышать. Но когда он начинает так сразу дышать, как будто, я не знаю. Ну, мы за курильщика играем, заядлого. Это стопудов. У которого в глазах мерцает, при том, при сём. Ну, где этот Тинки-Венки? Кстати, что это такое за место? Я что-то не припомню, чтобы эта вот вещь была. Это вы гляньте, да?
Надеюсь, тут она как бы не придавит никого. Да, однако и забавно. Меня не покидает чувство, что... Блин, и главное, не работает ни одна кнопка. Где это V? Почему зума нет? Чё за фигня? А-а-а, хмырь повесился! Так. Ты живой? Музыка такая. Что? Она тоже? Это ни хрена не хорошо. Мне нужно выбираться отсюда и как можно быстрее. Уха! Наконец-то! Умная мысля пришла. То есть, смотрите, да? Оставшихся двоих искать не будем. В какой-то веке среагировали адекватно на все это. Ну что, выход у нас тут, погнали. Вроде как. Только у меня такое чувство, что нас на выходе кто-то будет ждать и опять будет орать там, я не знаю, как резанный. Блин, а мы вот первого нашли-то телепузика с разорванным пузом. В какой-то веке, знаете ли, прям название оправдывает. Дохлопузик. Нормально. Дохлопузик. Так, вот. Мое спасение. А это кто? Ну и чё? Что, тинки-винки? Кто убил Лалу и По? Ну зачем? Они же близкие друзья с детства. Блин, а она за мной бежит. Давай, а у меня выносливость-то еще кончается. Во, я забежал. Глава 1 пройдена. Вообще обалдеть. Я-то думал как-то... Как-то я не знаю, как-то будет. А чё так, подольше? А оказывается, ничего не подольше. Вообще никак. О, да, вот такой вот у нас вот старт оказывается только. Да, ну интересно, я ведь мог бы как бы по сути найти и других... Погодите, а что будет, если я других найду? Мне вот интересно. Оставшиеся это двое, типа на них чё, болт забили, что ли? Ой! Блин, опять это, етить твою мать, а? Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Да. Так, я нашел повесившегося, нашел валяющегося, но я не ходил сюда и не смотрел, что у нас тут. Давайте глянем, что здесь. Наверняка что-нибудь найду. Должно быть что-то. Кто-то же вроде камней каких-то должен ласты склеить. Блин, ну когда бежишь, реально так мутно, ни хрена не видно. Вообще. Так, что у нас тут? А, ну тут домик. Почему, главное, мы в домик зайти не можем? Вот вопрос. Как-то вот это вот странновато. Да. Но эта музыка, она реально доведет. Она может запросто довести. Вот что там у нас? Что у нас по ту сторону? И могу ли я сразу до этого добра... О! О, как интересно. А это что такое? А, тут я, видимо, какое-то секретное место нашел. Так, я уж подумал, я сейчас застряну. Ну, слушайте, вообще прямо бежит. Я вообще за границы какие-то выбрался. Я не могу туда идти. Я в невидимую стену уперся. Как так? Ах, ладно. Пойдемте глянем этого. Кто у нас там висит-то хоть? Блин, слушайте, ну это вообще, конечно, когда бежишь, не можешь как-то головой вертеть. Вниз-вверх не можешь головой вертеть. Это, конечно, забавно, это мягко сказано. Это порой и неудобно. Да что такое, почему я не могу туда идти? Я в какую-то невидимую преграду воткнулся. А, я понял, кажется. Я, кажется, понял. То есть...
как бы... Но... Блин, а где у нас озеро-то находится? То есть, как бы, мы не можем туда идти, как бы, заранее посмотреть этого висячего, к сожалению. То есть, вот такие вот ограничения накладывает, как бы, игра. Ну, ладно, видимо, по сюжету будет раскрываться. По крайней мере, знаем, куда надо идти, куда не надо. Но если такая фигня встретится во время погони, невидимая стена, это будет финиш. Так. Пропускать ролики представляется возможным? Нет, не представляется. Ну, слушайте, тут прямо это... 28 ножевых ранений, да, как Коннор из этого? Из этого... Detroit Become Human, да? Да, Tubeland Become Tube. Teletube, как-то вот так вот. О, зловещая музыка заиграла. Ну, теперь, типа, можно пройти туда. Получается, раньше нельзя было, а теперь можно. Мне интересно, что будет, если меня сцапает. Так, тинки-винки. Значит, это Лала была. А сейчас найдем мы, получается... сейчас мы найдем... Господи, а кого мы найдем-то? Я все время в них путаюсь. Блин. Как это... Power Rangers, да? Разные цвета. Все дела. А где телепуз висяков? А, вон оно. Так, вот. Здесь. Так. Да. И главное, дрыгается еще. Он живой, сними, что ты смотришь? Он живой, снимай его. Слушайте, ну он живой. И кряхтит при том. Нет, чтобы снять. Хороший агент. Вообще, протагонист, наверное, еще та паскуда. Там бедолага мучается. Либо грохни его, либо сними, как-нибудь реанимируй. Нет, говорит, я буду смотреть, как он там кряхтит. Красавчик. Я просто молодец. Так бы хотя бы вдвоем бегали. Да. Ну, да. Вот. Ага. А что там у нас было оставшаяся часть диалога? А, так. Она, возможно, охотится на меня. Мне нужно найти Дипси. Найти Дипси. Ну давай пусть она меня съест. В атаку! Хм. Все, что ли? Она еще и заново начинается. Нет уж, спасибо. Ладно, давайте-ка закончим тут и продолжим, в общем, уже в следующей серии, следующую главу. Ссылки на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения по телепузикам снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Пока-пока.